Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Ray Channel, и это продолжение того видеоролика. В том видеоролике мы пополнили баланс, очень выгодно, кстати, если хотите посмотреть, ссылка будет в описании или вот здесь. Итак, заходим, сюда на события и пробуем выбить джина. Это просто вот надо как-то его выбить. Это что у нас? Это пропуск какой-то, да? Пропуск, не знаю, надо нам. Короче, надо набор карточек покупать. Я думаю, да? Так, вот этот тоже надо покупать. Или только этот надо покупать, я не знаю. Также нам еще надо крутить, вроде как, я понял. Давайте сейчас еще 3 купим. Опачки, все хорошо, собрали. Получили конфетки. Идем назад. Сколько тут нам надо? Тут надо вообще дофига, да? Как я понял. Ну, не очень дофига, но можно. Кстати, еще и пропуск надо, да? Ну, пропуск мы тоже получим, так что все нормально. Здесь у нас что? 50 штук. Ладно, нормально. Так, сейчас. Давайте сейчас для начала покрутим. У меня осталось чуть-чуть. Осталось всего лишь 15, и мы получим первого джина. Так. 10 пряников нам надо, да? И нам надо еще раз, два. Вот так пока что купим. 10 пряников крутим. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну, он просто так не выпадает никогда. Так что ничего страшного, это понятно. Еще пряник крутим. Еще. Так, осталось нам еще 3, да, получается? Раз, два, три. Все, крутим. Так. Пряник, хоп. 1, 2. 100 пыли, блин. Вот если бы попало, было бы вообще круто. И еще один раз. Джин! Ура, друзья, у нас джин. У нас просто джин, это просто отлично. Так, нам надо же сделать его каким-то более, да, крутым. То есть нам просто обычный джин, он, наверное, не такой сильный, хотя не знаю, как она вообще работает, как с ним играть, потом будем разбираться. То есть нам надо, наверное, 9-й, а лучше 11-й талант открыть. Мы как раз попробуем это и выбить сегодня. Итак, продолжаем крутить конфеты, да? Давайте я сейчас получу сначала пропуск, потом дальше продолжим. Итак, друзья, премиум пропуск активирован. Собираем, опять же, все. Тут нам надо выбрать вроде вот эту. Вроде боедру. Так, ладно, заберем, посмотрим, что в итоге будет. Итак, продолжаем дальше, да, открывать. То есть нам надо открывать вот эти карточки. Нам нужны карточки. Блин, я надеюсь, еще получу хотя бы 9-й уровень. Ну, 9-й, наверное, точно. А если будет выше, будет вообще классно. Так, это пофиг. Открываем дальше. То есть мы потратим сейчас все вот эти 3500 на вот эти карточки. Я думаю, да? Так. А, вроде же еще баллы потом будут накапливаться, да? Точно не знаю, блин. Я просто не помню. Я вот событий их не открывал, чисто видеоролики смотрел в Ютубе. Так, будем чисто открывать сейчас. Пропуск я купил, то есть я джина еще одного 100% получу. Так, тут у нас что? Нам надо открывать, да? Обменять 6 штук, офигеть. 6 карточек, бам. Сколько у нас тут получается? 600, 800, а 900. Вообще считать не умею. Здесь 4, тут тоже до хрена, кстати, баллов получается. Хоп. 1800, и здесь 3. Офигеть, тут почти 4000, да? Даже больше 4 получается.
4,50. Отлично. Так, тут мы можем уже получить, да почти полностью, да? Нифига себе. Отлично, вообще отлично. Так, собрать все опять же. Разные герои, разные штучки. Отлично, прям просто идеально. Еще и бабки фармятся. Так, 11 вращений можно, да? 10 вращений. Открываем. Тут у нас ничего не упало. Джинов нету, джинов нету. Еще один пряник можно, да? Угу. Так. Дальше смотрим. Дальше мы смотрим, у нас что? У нас 2600 осталось. Какие-то задания выполнили. Так, собрать. 3, 10. Еще открытие. Блин, круто. Так. У нас джин, да? Нам нужен еще один джин. Чтобы что? Чтобы его улучшить. У нас кристаллы есть. Я чуть-чуть подготовился. Хотя бы до 11 надо... Очищение так. Используем внимание усиления. Очистит 3 джинфоактивных эффектов. А, слушайте, вот это надо точно, я так думаю. То есть 11 уровень нам надо как-нибудь добить. Просто вот кровь из носа надо как-то добить. Так. Я еще турнирчик не сыграл. Надо будет турнир сыграть. Так. Продолжаем, да? Что нам надо? О, у нас 13. Круто. Открываем. Ничего такого. Дальше. Идем дальше. Еще один есть. Пыль 100. Отлично. 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 Все. Так. Идем дальше открывать. Сейчас сколько откроем? Давайте 6 откроем. Посмотрим. До чего дойдем, короче. Я думаю, ни до чего не дойдем. Может быть, еще там пару уровней пройдем. Ну, тут, видите, очень много надо, очень много денег надо, чтобы это открыть. Хотя, в принципе, немного. Я потратил 400 рублей и получил, считай, 5000 кристаллов. Это, я думаю, фигня вообще. Я думаю, еще открою, если что. Еще пополню и все. Только бы деньги где-нибудь найти. Давайте до 1500 сделаем. Вот так. И опять пойдем открывать. 5 штук опять. Круто, отлично. Отлично. Так, сладкие конфетки. Дальше. 3 штуки вот этих открываем. Тоже неплохо. И 2 этих. Тоже неплохо, слушайте. Так. Собрать все. Опять выбираем вот его. Он нам нужен будет. А, джина дали, да? А, джин на последнем месте получается. Опа, сундуки можно забрать. Отлично, 3 сундука. Что у нас тут? Тут у нас вот эти баллы, да, даются. Так, окей. Кстати, видели когда-нибудь, чтобы какой-то ютубер именно выбивал джина? Блин, ни туда, ни сюда, короче. Я, кстати, ни разу не видел, чтобы выпадал джин. Блин, опять близко. Так, еще очки. Очки, окей, 30. Значит, у нас 30, да? Угу. По сути, у нас еще один джин же есть, да, второй. Мы уже 9 левел получили. А какой 9? Мы только сейчас 8 получим. Да? Мы получим только 8. Блин, дай бог 9 получить, слушайте. Улучшаем. Все, у нас джин 8. Чтобы 9 получить, нам еще один джин нужен, да? Да, так. А чтобы этого джина нам получить, нам надо, я думаю, постараться так-то прям знатно. Прям очень сильно постараться нам надо будет. Так. Что нам надо делать? Мы можем купить, да? А, кстати, одного мы можем спокойно прямо сейчас купить, получается, да? Покупаем. Отлично, идем опять туда же обновлять джина. Да, до 9. Кстати, как раз, да, получается. Все отлично, у нас 9 есть, друзья. У нас 9 есть. Так, а по талантам вознести надо. Так, давайте сразу же заберем талантик. Какой-то. Я вообще не разбираюсь, я что-то смотрел тестовые игры, как они играют. Я пока что без понятия, друзья. Слушайте, а 11 мы, наверное, точно не получим. У нас чисто
не хватает вот этих, еще думаю, надо будет пополнить, но это, скорее всего, в следующем видеоролике мы сделаем. Так, сколько у нас тут получается? Нам надо еще, блин, дофига, тут по два надо. Тут надо по два этих, по два. Так, вот что выгоднее, я вот не знаю, крутить именно вот баллы, то есть если мы будем крутить баллы, слушайте, наверное, баллы, да, потом купить еще одного. Так, ладно, посмотрим. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. В следующем видеоролике мы продолжим, получим следующего джина, попробуем с ним сыграть. Всем спасибо, всем пока. Все ссылки будут в описании, как тоже также пополнить и посмотреть, получить джина за 400 рублей, грубо говоря, 9-го. Всем спасибо, пока-пока.